С самого утра ценители ювелирных изделий из натуральных и искусственных камней, янтаря, жемчуга спешили посетить начало работы выставки-ярмарки «Мир самоцветов». Торопились на выставку в основном женщины. Они с удовольствием примеряли на себя сережки и бусы самоцветами, пополняя личную коллекцию украшений. Что касается по силе, да, например, есть камень жадеит, он придает силу. Это действительно проверено, действительно действует. Очень красивый камень, очень нам такой дорог. Тоже есть некоторые камни, которые, ну, предпочтение больше. Матушка, например, моя обожает кораллы. Каждый раз ищем какие-нибудь оригинальные кораллы. Да. Я люблю, что я аметист всегда. Очень нравятся мне яшмы, агаты. Вот в очередной раз, опять-таки, у наших любимых мастеров смотрю, что-то новенькое сейчас обязательно приобретем. Такие выставки в городе проходят довольно часто. Обрещанам нравится не только эстетика украшений, но и их физические и даже магические свойства. Ведь при выборе ювелирного украшения, особенно если речь идет об украшении с самоцветами, важно не только оценить предмет, понять, насколько он к лицу и по размеру, но и почувствовать его внутреннюю силу, ощутить тепло или холод, интуитивно понять, твой это камень или нет. Нередко бывает, что с первого взгляда украшение идеально подходит, но в итоге носить его душа не лежит. А бывает, скромная с виду вещь становится самым любимым украшением и передается из поколения в поколение. Представлены те, которые цветные камни, и те камни, которые используются в качестве, так сказать, изделий, их, конечно, гораздо меньше. В общем-то, это теперь уже, знаете, это теперь уже больше редкость. Почему присутствует сейчас, как бы, вот в предложении очень много искусственных камней? Ну, потому что натуральное сырье просто уже исчезает. Оно же исчерпаемое все, оно же невозобновляемое, как, допустим, это флора или же фауна. Это если выбрали месторождение какого-то камня, то уже и все. Уже его больше нигде в мире не будет. Как, допустим, исчез уральский малахит 40 лет назад, его уже нет давно, теперь только в Республике Конго. Вот, как исчезает такой минерал, как чароит, это Южная Якутия, тоже месторождение. И так, в общем-то, судьба много. Помимо украшений на выставке нашлось место для минералов, крымских эфирных масел, талисманов, сувениров, письменных приборов и многого другого. Все эти ценные товары попали в наш город из разных областей страны. Вода, настоянная на кремнии, обладает уникальными лечебными свойствами. Выводит с организма шлаки, нормализует кровяное давление, понижает уровень холестерина, сахара в крови. Но одно из самых главных, то, что проверено здесь уже на месте и на многих, как говорится, на собственном опыте и на многих окружающих, как говорится, знакомых, вода, настоянная на кремнии, растворяет камни в почках. Для тех, кто неравнодушен к изделиям из натуральных и искусственных камней, минералам, эфирным маслам, выставка-ярмарка – идеальное место, чтобы насладиться ими еще раз и пополнить коллекцию новыми украшениями. А работать она будет до 10 ноября.